ТФХ Чейнлайкин, а вы два. Так, уже пошла вторая карта третьего эпизода Экстрим 1 Chainlighten под АВ2. Переводится как цепная молния. В общем, короче говоря, в объекте Орион и в объекте Кнайкт мятежники на новой земле поставили зуры, которые, как сам называются, вместе с тарелками, и мешают действиям авиации. Вот их надо уничтожить, наведя на них цели-указатели. В первой-то это тоже с Экстрим 1 же все там. Там надо было целеуказателем отметить цели, а тут просто подойти, да и все. Да, сильный очень мороз. Луна в виде серпа. Но ясно. Так, смотрим. Вот они отмечены. Объект Орион восточнее и объект Найк юго-восточнее. А прямо перед нами безымянная база какая-то видна. Так. Все, по ошибке всегда забываю включить. Так, уничтожьте позицию самов в объекте Орион. Ну да. Ну, так вот. Ну, короче, вперед. У меня есть мощная снайперская винтовка, поэтому. Оп! Тут будет не особо-то сподручно. Суки так уходят. Ну, давай. Такое местность очень... В чем-то даже красиво. Вон там... Кстати, это видно уже далеко. Ага, объект Орион виден. Ох ты, суки, бегут. Так, ну ладно. Ну-ка. Приветик тебе, дорогой. Мой человек. Так. Ах ты, сука! Так. О, нормально. С приборами ночного видения. Хотя тут все же ярко видно, зачем тут ночники. Так, ну перебегаем сюда. Сейчас к фортам. К этим. Два малых форта. О, так. Так! Так, нормус. Он еще бегут. Сука, давай, бей по гадам. Да херища. Ох ты, гады. Давай всех уничтожаем. Подожди. Ну все. Против L1, A1, конечно, им мало чего можно сделать. Во! Снайперка очень далеко бьет. Во, классно. Поэтому им очень сложно. Так, стоп, там какая-то сука, да? Ну, единственное, что тут командных точек нет, и напарников нет, разумеется. Так, привет тебе, гад. Улетел. Свои он даже не обгорел. Тут боеприпасы. Ну, в той базе нифига нет, кроме вертолета. БТР, вертолет. Вроде как нельзя на них взлетать. Ну чё, ну-ка там еще вон. Да, или тебе показалось. Там он не ходит никто. Ну давай сейчас посмотрим. Он там гадина крадется. Ну-ка. Во, доигрался. Так. Отличка. Оп! С ночничком бежал, но. Не добежали. Блин, они там далековато. Так, ну тут... Ты сука, ну-ка.
Нормас, нормас. Ну давай, сбегаем сейчас, быстренько осмотрим эту базу, то побежим дальше. Я думаю, вертолет сесть невозможно. Взорвешься, наверное, просто. Ну давай, потихоньку. Тут что, одно здание трехэтажное. Оп! И навес. Вот сейчас позырим, что. Ух ты, блядь, тут да, говоришь, никого нет. Огонь! Огонь! По ублюдкам! Ну-ка, давайте, давайте! Все, готовы все. Не уедешь, сука. Здесь вот стоял у них грузовичок. Так. Так что посетили не зря это место. Тут у них еще подкрепление могло приехать. Но в результате никто не приехал живых. Давай посмотрим, чтобы тут никого не осталось. Такс. Такс. Электричество где-то шумит. Ну и все, больше тут нифига нет, сейчас позрим. БТР возможность, если нифига. Ага, хрен тебе. Так. Недоступно, недоступно. Ну что тогда? Отставим им такой вот подарок. В виде сгоревших кружок. Раз уж прибежали, так что? Оставлять им в наличии БТР. Ставим им сгоревшие только коробки. Так, вот. Так, ну это тоже для смеха можно подорвать. Тебе все это, конечно, не нужно. Раз уж ты удосужился прибежать. Ну-ка, ну-ка. Там какая-то вонючка бежит. Ну-ка, давай-ка. О, все, она вернулся. Так, сейчас. Тоже я немного не по сценарию пробежал. Вот с очень красивого фонарь горит. Электричество-то от него шумит. Так, давай-ка наверх. Я думаю, вертолет. Ну-ка, давай-ка сюда. Вряд ли доступен. Да-да-да. НБУ 105. Ну, кстати, обрати внимание, эти два сидельца на бок стоят. Ну, короче, оставим им тут сгоревшие только куски. И возвращаемся к фортам. Тоже сходил за недаром, грузовик с подкреплением уничтожил. Так, ну-ка, ну-ка. Все, видишь, метет очень сильно. Поземка, да, тут сильная карта с поземкой. Ну, вперед. Сейчас побежим. Конечно, на новую землю это мало похоже. Там леса тундры и близко никакой нет. Тут леса тундра, по сути, показано. Ну, как бы лес не монолитный, но деревья-то все равно. Причем елки. Не какие-то там карликовые березки, а именно такие нормальные. Ели. Так, ну вперед, 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 вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, а теперь что, выдвигаемся? К объекту Орион. Так, правее объекта находится еще одна безымянная база. Тут две безымянных базы получается. Тут еще вот. О, какая поземка, офигеть. Ты бы, наверное, сейчас был... Кстати, у тебя белый камуфляж. Ты бы сейчас был весь в снегу. Так, ну-ка, давай-ка. Как эти черти нас опоздали. Они как снеговики приехали. Такая же... Неужели мы всю так дорогу и ехали? Потому что, конечно, что-то...
и понять. Да, обляпанные снегом, как снеговики. Да. Так, ну-ка сюда. Ух, гады. Так. Так. Армаз. Привет. Привет тебе. Так. Такс. Все, так, так, ну-ка, подожди, он там ходит. Я, конечно, тут уже нашумел, конечно. Разумеется, все там на взводе истеричном находится. Ну-ка, давай. О! Вот, вдвоем сдохли. Это буду дело крадется. Все, готов. Все, готов. Как они там не крадутся? Он там еще в форту стоит. Вот там до хера стоит. Как они там не пытаются хулиганствовать, но... Конечно, им нифига не сделать. Вот форт весь перебит. Сейчас это объект Орион, по которому удар будет нанесен. Сволочь уходит. Ну-ка, давай-ка. Все, не ушел. Лишь когда бежит, надо какое-то опережение брать. Уже не попал. Сука, уходит. Ну, давай. Тот, похоже, ушел. Он там водила грузовика при... О, все. Грузовик. Это с подкреплением приехал. Но не доехал. Но не доехал. Не доехал. Не доехал. Отлично, отлично, отлично. Видишь, как метет снег. Классно. Побежали вперед. Сейчас исследуем. Всем. Там еще, может, кто-то затаился. Сейчас давай исследуем. Тут все им переломаем, как обычно. Бля, взрывчатки да хуя так чешу. Бля, безымянная. База опять. Да, сейчас осмотрим ее. И все, потом идем задачу выполнять и кончаем. Лайхненко, даже истребитель так назывался. Молния. Так, нормас. Ну-ка давай сейчас осматривать. Так, ну тут... Ух ты, блять, вон они на грузовике едут. Пидорасы. Тут видишь, они для грузовиков падают. Ну чё, кто уехал? Не, тут не всех удалось уничтожить. Надо, конечно, джавелин было иметь. Кто там воняет-то? Ты козёл! Остряк-самоучка. Как это? Ну ты остряк-самоучка. Тут в альпинизм полное говно. Футбол вот настоящий. Да. Так, тут все опять метет. И какая офигенная поземка, просто замечательнейшая. Там вон гады ходят, ну-ка. Давай, давай, из автомата его. Нормально, нормально. Сейчас вот тут осмотрим. Так, чисто. А сейчас все им переломаем. Вроде бы как тут больше никого уже. Нет. Да нет, каких черту снегогоды. Он фонарь поет на снегу. Классно, так, видишь, фонари поют. Ну все, давай, пошли в барак. Да нет, тут никого, наверное, скорее всего, нет. Интересно, что в самой первой
Дельта форсит. Ну там точно так же практически. Такой видочек. Карта практически полностью повторяет старую. Вот тут, кстати, можно брать. Так, сейчас все будем к херам уничтожать. О, смотри, там козел идет. Привет тебе, дружок. Дружище, привет. Давай сейчас это все фигаем им. Хорошо. Так, очень хорошо. Нормально. Очень супра. Так, давай сейчас. Где тут подняться-то еще надо посмотреть. Так, где здесь лестница? Что-то не вижу. А вот тут здесь. Как красиво месяц лунный висит. Да. Так, ну что, вертолет надо уничтожить. Вот такая вот местность видна. Да, долина. Я сильно все метет. Угу. Давай еще посмотрим, может кого-то там найдем. Так, так, так. Нет, вроде никого. Ну, пошли. Так, нормас. Сейчас тут подорвем, что не подорвали. Лавочка такая. Да, со стульчиком. Так, отходим. Нет, это не взрывается. Ну, короче, сейчас давай. Бежать. Бежать. Так, тут нифига нет, сейчас берем, короче говоря. Снова арсенальчик и побежали. Да. На объект Орион. На объект Орион. Ну, побежали. Побежали. Сейчас просто надо подойти и все. Суры эти качаются. Или тут сценарий не работает. Или самому придется все подрывать. Хер его знает. Тут, может, нифига и не работает так, кстати. Да. Ну-ка. Тут, наверное, не работает сценарий, придется вручную все делать. А где объект Connect? Фига не понимаю. Где-то там даже, да? Там. Да там, короче.
не все взорвется. Ну что, надо вот эти самые уничтожать, да? Тут приходится вручную делать. Не работают никакие целеуказатели. Три вот этих сама или Зура. Зер, или ЗРК, правильно. Зенитный ракетный комплекс. Ну или зенитно управляемый ракет. Ну, ЗРК. Сейчас подрываем к ферам. Ну да. Самой позиции Риона уничтожена. Уничтожь сам позицию самов и ЛРСВ в объекте Кнайк. А что такое ЛРСВ, непонятно. Будем смотреть сейчас. Пока не ясно, что такое ЛРСВ. Ну, сейчас посмотрим. Мне кажется, порою, как говорится, где оно здесь-то, блин, арсеналов непонятно. А, во-во. И что тут какие-то странные ящики, что их... Вон какая из амбразуры позиция видна. Не всегда и видно. В первый экстрим 1 надо было целеуказатель навести. Тогда их артиллерия уничтожила. А в экстрим 1... В Дельта Форсе, да, первая вот артиллерия. В экстрим, кстати, можно эту херню подорвать, так сказать. Если она вообще взрываемая. В экстрим 1 надо просто было подойти, и там, да, они тоже артиллерией накрывались. А тут получается вручную надо делать. Все взорвалось, конечно. Поэтому ничего взрывать там было не нужно, все автоматом. Тут приходится вручную. Сценарий глючит, конечно. Нельзя, видишь, просто карту взять и с другой перенести под АВ-2 или другой какой мод может заглючить. Нет, хотя вот по теме может и можно, вот как вот ВАЙС-4, они вроде как, понятно, что... Так, вон у них, это позиция Кнайкт. Нормасик. Какая-нибудь гадина может тебе прибежать. Сейчас давай-ка. Еще я тут нескольких уничтожим. Так, осмотримся. Сука. Сволочь какая, хотела прибежать. Но не смогла. В общем, из этих безымянных баз по грузовику выезжает полным залад. Так что туда тоже можно ходить. Грузовики ликвидировать. А можно и не ходить. Да. Если джавелин взять, можно и не ходить. Так. Ух ты, блядь! Сука, где ты? Сволочь. Тут, кстати, даже щебенка сказала, как спеца. Так, ну нормально, пошли. Парашют задействовался. Ну, как вроде бы все вычищено. Сейчас тут ликвидируем здесь. Ты сука, где-то там еще какая-то, блядь. Вот она. Давай, давай. Эх, ты сволочь. Кто-то орет. На. 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 Бля. Подожди, там еще гады. А, сука. От сука. Как это от сука? Кто? Да кто? Да тварь, которая этот грузовик эксплуатировала. Был такой пидорас у нас. Типа. Ну да. Ух, там, смотри.
Давай, нам скидку, нам скидку. Все, какое-то подкрепление ликвидировано. Ну, тут с... А, ну, вот это названо... Ну-ка, стоп, подожди. ЛРСВ, это вот эти... Ракетовозы. ЛРСВ. Не, именно не грузовики, а вот, кстати, вертолет сразу прилетел. А именно ракетовозы. Ну, вертолет, видишь, по ним долбает. Так, давай, касаться. Там гады. Давай. Вот еще один. Итак, точки X, просторы, в общем, все зачищено. Давай посмотрим в форте еще. А, нет, все, все нормально. Форт уничтожен. Все, в общем, позиция вся зачищена. Позиция Кнайкт. И остается, он, видишь, он пытается... А не знаю, что такое ЛРСВ. Или это ракетницы вот эти. Тут непонятно. Или стоп, стоп, стоп. Тут, короче говоря, вот эти находятся три ракетницы и ракетовоз, который есть ЛРСВ. Ну, чтобы посмотреть, так это или нет, давай вначале грузовики и ушки уничтожим. А, с подкреплением грузовик. Ну, задача пока, как ты видишь, не выполнена. Арсенальчиков тут дофига. Проблем, как говорится, нету. Давай вначале ракетницы. Ракетницы. Что они неподвижны, а тут для прикола, по приколу в экстриму так сделано, что двигается. Это ракетница. Вот там что-то... Они расстреливают ракетовозы с вертолета. Прилетел лишь вертолет. Так. Ну что, давай ракетовозы. Короче, ракетовозы это и есть ЛРСВ. Сейчас. Да нет, покататься на них нельзя. На КАМАЗы походят. Наверное, КАМАЗы и есть, я думаю. Ну, вид как КАМАЗ, только такими жалюзи бронированные на них одеты. Ну, типа ураганов, наверное. 6 ракет. Короче, давай уничтожаем их. Все, готово. Объект Кнайкт. Уничтожен. Разоквершена эта карта. Сейчас смотрим. Джон набирает 540 очков, 101 фраг. Карта цепная молния, что ли, завершена.